Перекресток улицы Ясногорская и писателя Смирнова. Дефекты в виде ям и выбоин на этом участке дорожного полотна создавали определенные сложности автомобилистам. Комплексный ямочный ремонт одной из самых оживленных магистралей окраины Бреста начался еще вчера, уже сегодня ямы эффективно устранены. Дорожная служба полностью готова встречать тысячелетие. Работаем в активном режиме и темпов до тысячелетия снижать не собираемся. В этом году мы будем заниматься и ямочным ремонтом, и сплошным асфальтированием, а также участки гравийных дорог, которые, естественно, требуют полного сплошного асфальтирования. Не менее интенсивно дорожно-ремонтные работы ведутся и на отрезке транспортной артерии вблизи агрогородка Черни на въезде в Брест. К слову, магистрали, которые в первую очередь планируют ремонтировать сегодня, находятся именно на окраинах города. Такое решение принято не случайно. В этом году ямочный ремонт решили начинать именно с городских окраин, потому что больше всего проблем по дорогам именно на окраинах города. Поэтому в этом году мы начинаем именно вот с таких улиц. После этого мы постепенно будем переходить к центру города. На очереди преображения дороги на улицах Коммерческая и Городская. В кампании образца 2019-го специалисты проведут ямочный ремонт дорог и будут выполнены работы по переходу с гравийного на сплошное асфальтирование. Около 3300 метров свежего асфальта появится на артериях города. Проблемные места будут устранены. Эта зима была такая достаточно сильная, много было песка высыпано, соли на дороге, поэтому ям очень много. Я думаю, мы справимся со своей работой, сделаем дороги лучше, чтобы было все хорошо. Приход в город весны, как всегда, обнажил постоянную проблему автолюбителей. Сегодня проблемных точек в Бресте немало, но сезон дорожных работ с каждым днем будет набирать обороты, а значит, мы продолжим освещать эту тему в наших следующих материалах.